Отца и Сына и Духа Святого. Милость Бога Отца, ласка нашего Пана Иисуса Христуса и дар едности в Духу Святом нех бендон с вами всесткими. И с Духом Твоим. Услышь, Пане, кеды гощно волам, о Тобе муви мое сердце, шукай Его облича. Бенден шукал облича Твоего, Пане, не закрывай преде мною своей тважи. Аллилуйя. Тими словами з 27-го псальму розпочинаємо мше свято. Юж поволі-поволі зближаємося до закінчення окресу Великоноцного. Розпочинаючи тим урочистим недільним мше свято, перед нашим Панем визнаємо зараз наші гріхи. Сповідаємо ще Богу Всемогущему і вам, браття і сестри, що дуже згрішилим мислям, мовам, учинкам і занедбанням. Моя віна, моя дуже велика віна. Все то благом найсвятшом Марії, завжди дівице, всіх анілів і святих, і вас, браття і сестри, о молитвам за мене до Пана Бога нашого. Нех ще змілує над нами Бог Всемогущий, і відпустивши нам гріхи, допроваді нас до життя вічного. Амен. Пане, смілуйся над нами. Пане, смілуйся над нами. Христе, смілуйся над нами. Христе, хвала на високості Богу. Хвала на високості Богу, а нашими Богу, людям доброї волі. Хвалимо ще, благословимо ще, вірімо ще, вислав'ямо ще. Чинки чиска домы, о, великая слава Твоя. Пане Боже, Кролю неба, Боже, Ойче, Всемогущий, Пане Сыну, Єднородзоний Єсу Христе. Всемогущий Боже, віжимо, же наш Збавитель засяде в хвале по Твоїй правіці. Вислухай наше благання, і справ, абыщ ми згодні з Його обітницем відчували, же позостає з нами аж до скончення свята. Пшез нашого Пана Ісуса Христуса, Твоєго Сина, Ктурий з Тобом жиє і кролює в єдності Духа Святого, Бог пшез всіх віки віків. Амінь.
Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich. W owym czasie Piotr, powstawszy w obecnicy braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia, musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. Oto wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo On zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów, urząd Jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty do nieba, został razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Postawiano dwóch, Józefa zwanego Barsabun z przydomkiem Justus i Macieja. I tak się pomodlili. Ty, Panie, znasz serce wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów. Oto Słowo Boże. Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosa. Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosa. Błogosław dusza moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław dusza moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwa. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostola. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Nikt dotąd Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu.
Мы ж мы познали и увижили милощи, як он Бог ма ку нам. Бог есть милощи, кто трва в милощи, трва в Богу, а Бог трва в ним. Ото Слово Боже. Слова Евангелии według Świętego Jana. В часе Остатней Вечери Иисус, поднявши очи ко небу, молился тими словами: «Ойче Святый, заховай их в Твоем имени, которое мне далось, аби так, як мы становили едно. Допоки с ними былем, заховывалем их в Твоем имени, которое мне далось, и устрегвам их, а никт з них не сгинул, з вийонтким сина затрацення, аби ще сповнило письмо. Але терес ідан до чебе і так мові, бендонс єще на швече, аби мою радость мєлі в собі в цілої певні. Я їм приказав їм Твоє слово, а святих зненавидів за то, що не сон за свята, як і я не єстам за свята. Не прошу, аби ще їх забрав за свята, але би ще їх устрегу от злого. Они не сон за свята, як и я не естам за свята. Учвенть их в правде. Слово Твое есть правдом, як Ты мне пославишь на свят, так и я их на свят пославим. А за них я пошвенцам в офеже самого себе, аби и они были ушвенцени в правде. Ото Слово Панське. Уважаемые братья и сестры во Христе, наверняка для многих из вас это может показаться несколько странным, ввести в некое замешательство, но так уж складывается, что если у кого-то из вас есть родственники в Польше, с которыми вы постоянно находитесь в контакте, то в Польше именно сегодня празднуется День Вознесения Господня. Все зависит от того, какое решение примет конференция епископов. Мы в Латвии живем еще по такому принципу, что пока что придерживаемся того, что Вознесение Господне празднуется в 40-й день, и обычно это бывает четвергом шестой недели после Воскресения Христова. Но тут не суть в том, в какой день празднуется Вознесение Господне. Я хотел просто обратить ваше внимание на то, что если кто-то из вас будет потом смотреть мессу по телевизору, допустим, из Польши, у кого есть сателлитная тарелка или, может быть, кабельное телевидение, то вас может удивить, что чтения несколько другие. Сегодня же я хотел бы, чтобы мы обратили наше внимание на те чтения, которые читаются сегодня именно в Латвии. Буквально два дня назад, в пятницу, мы праздновали День Святого Матфея, апостола, одного из тех, который был избран после того, когда Иуда, как мы знаем, предав Христа, покончил жизнь самоубийством, и апостол Петр принимает решение, что место Иуды должен занять кто-нибудь другой, кто также был учеником Иисуса Христа. И в пятницу как раз-таки мы праздновали день этого апостола Матфея.
И так уж складывается, что сегодня в первом чтении мы снова читаем то же самое описание из книги «Деяний апостольских», когда Матфей выбирается на одного из 12 апостолов. И, может быть, кто-нибудь из вас уже слышал то, о чем я говорил в пятницу, но, тем не менее, я бы к этой идее, к этим размышлениям хотел бы вернуться сегодня, потому что мне так кажется, что эти размышления настолько важны, и если уж снова мы читаем это чтение, то наверняка это своего рода знак Господень, что надо было бы повторить то, что уже было сказано. В первом чтении мы слышали о том, что апостолы выбирают одного из учеников и называют его апостолом. Для иудеев было очень важным, чтобы было сохранено это число 12. Но в то же время евангелист Лука, а именно он является автором также книги «Деяний апостольских», фрагмент которой мы только что читали, записывает это событие уже около 80-го года. То есть прошло порядка 50 лет с того момента, когда был избран Матфей на одного из 12 апостолов. И казалось бы, почему апостолы снова не повторили то же самое избрание? Ведь в 42-м году апостол Иаков Старший был убит в Иерусалиме, и снова апостолов было уже 11. В 64-м или в 68-м, тут историки все еще спорят, апостолы Петр и Павел тоже погибли мученической смертью. И, казалось бы, тоже можно было бы дополнить это число 12 апостолов, избрав кого-нибудь еще. Но этот выбор на одного из апостолов происходит всего лишь один раз, после того, как Христос воскрес и вознесся на небеса. Так в чем же дело? Почему апостолы, а затем преемники апостолов, не повторили то же самое? Ведь было бы классно, если бы на протяжении многих лет или веков постоянно это число 12 дополнялось очередными достойными людьми, которые могли бы исполнять функцию апостолов. Почему Церковь не стала делать это снова и снова? Дело в том, что Церковь как институция, она не является только таким кружком верующих, которые имеют какие-то общие интересы. Церковь является, если можно использовать такое сравнение, живым организмом. А как вы все хорошо знаете, каждый из организмов постоянно меняется. Например, если рождается ребенок, то у него одни пропорции тела, у него определенный рост, определенный вес, определенная сила мышц. Когда ребенок вырастает, естественным образом меняются пропорции тела, меняется сила, меняются также интеллектуальные способности и так далее, и так далее. Мы видим, что человек на протяжении всей своей жизни меняется. Кто-то когда-то даже в такую информацию выкладывал в интернете, что в течение какого-то времени, я не помню уже точно этих данных, среди нас есть врачи, наверняка знают об этом, что происходит так, что все клетки нашего организма тоже меняются. Можно сказать, что те, которые мы были там 10 лет назад, 7 лет назад, мы уже не до конца те же самые, потому что все наши клетки нашего организма абсолютно поменялись. Мы видим, что человек меняется на протяжении всей своей жизни. Церковь также на протяжении всего своего существования меняется. Если мы попробуем проследить развитие Церкви на протяжении веков, попробуем почитать источники, то мы увидим, что никогда в Церкви не было такого, что были какие-то литургические действия или были какие-то институции, которые были одинаковыми на протяжении всех веков. В Церкви остается кое-что неизменным, а именно учение Иисуса Христа, которое передали нам апостолы. И, естественно, учение Христово никто в Церкви изменить не имеет права, просто потому что Церковь является не установительницей учения, а всего лишь хранительницей. Но есть очень много вещей, которые в Церкви меняются. Например, сегодня наши церкви выглядят вот так, как выглядит сегодня. У нас есть лавки, у нас есть алтарь, который стоит лицом к народу. У нас есть определенное убранство церкви, есть боковые алтари в разных церквях. Но если бы мы, например, поехали, предположим, в Рим, то мы увидели бы, что в Риме немного другое убранство церкви. Например, то, что над алтарем стоит такой своего рода шатер,
Если мы поедем в Испанию, то мы увидим, что там тоже церкви выглядят несколько иначе. А если мы с вами, например, отправились бы в Китай, времен, когда Франциск Салезийский отправился на те территории для того, чтобы евангелизировать, то, скорее всего, церковь – это был бы алтарь под открытым небом, и люди собирались бы вокруг на той территории, где пока еще нет крыши над головой. Мы видим, что есть вещи в церкви, которые меняются. И нас может иногда смущать, что эти вещи изменны. Совсем недавно у меня был такой разговор с одной старшей пани. Я, конечно же, не буду раскрывать имен, потому что речь не о том, чтобы сейчас сыпать именами или указывать, с кем там ксенц общается. Но у нас был такой разговор, в котором эта старшая пани говорит о том, что вот как хорошо раньше было. Да, в Даугавпилсе. У нас были процессии по поводу и без повода. И у ксенца Мукана процессия была каждый месяц, у ксенца Декана каждый месяц. Ну, сейчас, когда мы, например, поедем к ксензу Бернарду и зададим ему этот вопрос, ксенц Бернард, а почему у нас нет процессий? Я думаю, что ксенц Бернард скажет, что, во-первых, тяжело организовать, потому что уже нет столько людей, но, во-вторых, пандемия. И мы не можем толпиться у входа в церковь или ходить вокруг церкви, не соблюдая дистанцию. Мы видим, что очень часто обстоятельства меняются и меняют наши способы выражения нашей набожности. Это не является ничем хорошим и ничем плохим. Нужно смириться с тем, что так оно просто есть. И те из вас, кто, может быть, помните еще то время, еще до 60-е и 70-е годы, когда в церкви святая месса служилась на латинском языке. И многие из вас, особенно министранты постарше, еще даже знают ответы, которые нужно было отвечать ксензу. Да, священник стоял возле, еще в старой литургии, священник стоял возле ступенек перед алтарем, читал конфитеор и так далее, и министрант ему отвечал. Еще я уже не знаю этих ответов, потому что когда я был министрантом, то уже не было такой литургии. Но мы видим, что эти вещи меняются. И с одной стороны, в нас может родиться тоска по тому, что раньше было лучше. Но так очень часто бывает у нас, что раньше было лучше. Но давайте я хотел бы на одном примере вам показать, что есть изменения, которые не всегда ведут к чему-то худшему. Есть изменения, которые позволяют нам сегодня иначе переживать нашу набожность, но тем не менее быть близко Бога. Ведь целью существования церкви является не то, чтобы у нас была одна литургия на все века, или в том, чтобы постоянно организовывать процессии, или в том, чтобы убранство церкви никогда не менялось. Да? Вспомните, что если, допустим, какая-нибудь фигура Девы Марии у нас здесь стоит. Если бы вдруг мы решили ее поменять, да, наверняка бы кто-нибудь из нас сказал бы, вы знаете, старая мне нравилась лучше, да, даже если новая будет просто таким шедевром искусства. Всегда найдутся те, кто будут жалеть старое, это да. Но тем не менее, всегда нужно помнить о том, что церковь не кокетничает с современным миром. Это не означает, что мы хотим подстроиться под логику мира. Но дело в том, что церковь существует для того, чтобы выйти к миру и проповедовать Евангелие. И таким образом мы всегда должны брать во внимание то, что мир меняется, люди начинают функционировать иначе. Если, например, когда-то путешествие, вспомните книгу знаменитого российского классика «Путешествие из Петербурга в Москву», книга 17 века, произведение 17 века, когда автор пишет о том, как он путешествует очень долго, кого он встречает на пути, и пытается в этом произведении описать, допустим, ту же самую Россию. А сегодня путешествие из Петербурга в Москву на самолете занимает час, правда? Если мы вспомним, допустим, как когда-то для кого-то из деревни, для того, чтобы отправиться в город на ярмарку или на базар, это было целое мероприятие. Нужно было запрячь коня, одеться, может быть, покрасивее, поехать в город, быть на службе, пойти на ярмарку. То сейчас для того, чтобы поехать в город из какой-нибудь близлежащей деревни, это вопрос 15 минут. Впрыгнул в машину или сел на мотоцикл, у кого есть, и поехал в город. Да, для более спортивных велосипед. Мы видим, что вещи меняются. И такой пример, который я бы хотел привести сегодня.
Буквально, наверное, полтора года назад и в нашей церкви тоже никто бы не подумал о том, что у нас будет висеть камера, как вы, может быть, можете посмотреть, на балконе висит камера, которая транслирует святую мессу, транслирует ее через Facebook. И очень многие священники также в Латвии говорили: мы не можем заменять настоящую литургию виртуальной. И здесь есть определенная доля правды, потому что виртуальная месса, конечно же, никогда не заменит реальную. Точно так же, как мы можем сказать, что, например, любовь мужчины к женщине, она тоже не может быть на расстоянии. Муж с женой хотят быть вместе, хотя тут уже через несколько лет супружества бывает, конечно же, по-разному. Но если люди любят друг друга, то они хотят быть вместе. Они не хотят только общаться через телефон или там через разные средства коммуникации. Тем не менее, посмотрите, что произошло. Случилась эта пандемия, мы начали транслировать святую мессу. И совсем недавно мы когда-то с ксензом Андресом, обычно мы завтракаем вместе и обсуждаем насущное, то он сказал, что ему, ну, со мной такие вещи мало кто обсуждает, но ему многие люди, например, пишут или рассказывают о том, что если раньше кто-то ходил в церковь, ну, может быть, раз в месяц, может быть, даже пореже, ну, потому что это нужно собраться, это нужно поехать и так далее, то сейчас, когда есть эта трансляция мессы каждый день, то люди смотрят эту мессу порой и несколько раз в неделю, уж точно в воскресенье. Понятно, что не все, но некоторые, по крайней мере. И с одной стороны, я должен сказать, что, конечно, месса через компьютер не заменяет мессу в реальности. Но с другой стороны, мы также не можем говорить о том, что эти люди симулируют молитву. Но нет. Даже сидя дома, когда ты смотришь святую мессу через интернет, это не является симуляцией молитвы. Ты действительно можешь помолиться. И для кого-то этот способ молитвы стал таким шагом, возможно, ближе к Богу. Шагом, который позволил человеку не один час в месяц, но несколько часов в неделю посвятить на то, чтобы поприсутствовать на литургии хотя бы виртуально, выслушать более или менее нудную проповедь, выслушать чтение фрагментов Святого Писания и просто вместе помолиться. Мы видим, что церковь меняется. Это не означает, что мы уйдем в виртуальный мир, но мы используем современные средства для того, чтобы быть ближе к этому миру. И поэтому я бы хотел вас призвать к тому, чтобы вы не смущались тому, что уже на протяжении нашего поколения что-то в церкви будет меняться. Не в том плане, что мы поменяем учение Христа. Нет, нравственные ориентиры, пан Хенрик подтверждает, нравственные ориентиры останутся одними и теми же. Никто их не будет менять. Божьи заповеди отменять никто не станет. Но тем не менее функционирование церкви в этом мире, оно будет меняться. Мы все, конечно же, являемся очень разными людьми. И есть люди, кому нравится эта старинная литургия, и если кого-то это ведет к Богу, это очень хорошо. Но есть люди, которые ввиду объективных обстоятельств, например, очень многие живут за границей и не могут приехать, допустим, в наш костел, а любят как раз наш костел, да? Ну, потому что ксензы здесь прикольные, и много чего здесь хорошего происходит. Но все ксензы прикольные на самом деле. Так вот, они тоже могут благодаря средствам коммуникации помолиться, могут быть вместе с нами, хотя не присутствуют здесь физически. Поэтому точно так же, как во времена апостолов, когда что-то было хорошо в один момент, но поменялось, например, буквально через 10 лет, через 15, как мы видим, что был избран один апостол, но потом уже апостолов не переизбирали, но создалась функция епископов, как преемников апостолов. Так и сегодня церковь, которая является живым организмом, которая не является институцией, которая закостенела в каких-то своих традициях. Церковь всегда сохраняет из тех традиций то, что было хорошим, и то, что является актуальным сегодня. Но есть вещи, которые мы просто должны иногда, как красивые, немного так, скажем так, сдать в музей. Я вам приведу такой пример, чтобы это было более понятным. Вспомните, ну, уже, наверное, мы не вспомним, потому что мы все уже слишком молоды, но какие были автомобили, допустим, в 30-е годы 20 века? Они были другими. Какие были машины, например, в мое детство, 80-е годы? «Москвич», «Жигули», да, «Девятка» вообще, «Верх мечтаний». Сегодня эти машины уже не являются такими
прямо вожделенными средствами, которые каждый автомобилист хотел бы заполучить. Сегодня автомобили меняются. Иногда классно проехаться на старом. Но если кто-то сегодня захочет поехать в Ригу, и у него будет выбор между хорошей современной машиной или, допустим, разваливающимся москвичонком, ну то что мы выберем? Быстрее, конечно же, поедет современная машина. А москвичонок можно поставить в гараж или можно сдать в музей, и он тоже будет радовать чей-то глаз. Так уж происходит в церкви, что есть вещи, которые мы можем поставить в музей и которыми можем радоваться, на которых иногда можем проехаться или литургию отслужить по латыни. Я помню, что еще когда был молодым священником, община Просанктитате в Деве Марии, в костеле Девы Марии, также просила, чтобы было месса по латыни. И я тоже имел возможность один раз служить мессу по латыни. Для меня это тоже было классно, да, вспомнить, как я когда-то учился служить святую мессу. Но тем не менее, для того, чтобы всем было понятно, мы служим мессу на том языке, на котором понятно, по крайней мере, большинству присутствующих. Поэтому пусть вас не смущает то, что церковь будет меняться. Пусть вас не смущает то, что священники будут меняться. Уж так, как было, ну как бы мы ни хотели, уже не будет. Всегда будет иначе. Каждое следующее поколение свою веру тоже будет переживать иначе. И поэтому возмущаться, что раньше было лучше, это может быть, наверное, где-то лишнее. Может быть, более правильным было бы подойти к тому и задать себе такой вопрос. А как я сегодня, как верующий христианин, неважно какого возраста, могу послужить церкви и миру? Что я могу этому миру дать, как христианин? Могу ли я только постучать ногами по полу, поустраивать скандалы, что сегодня не так, как было раньше? Или, может быть, я могу порадоваться за тех, кто сегодня тоже ищет Бога, но, может быть, ищет иначе, чем это делаю я? Поэтому, дорогие братья и сестры, две вещи, на которые нужно обратить внимание. Учение Христа, которое действительно остается неизменным, и церковь, которая живая, которая меняется для того, чтобы выйти к этому миру и проповедовать Евангелие, так как, например, многие костелы вышли к этому миру, поставив камеры и транслируя святые мессы. Поэтому пусть нас не смущают перемены. Самое важное в церкви – это то, чтобы мы обрели Бога. А если мы придем к Богу через видеокамеру и через социальные сети, то нужно только благодарить Бога за то, что такие возможности у нас есть. Вежу в єдного Бога, Ойца Всехмогонцего, Створителя неба и земли, всіх речей видяльних и невидяльних, и в єдного Пана Ісуса Христуса, Сина Божего єднородзоного, Который з Ойца єст зродзоний пред всіхими веками, Бог з Бога, святлость за святлості, Бог правдивий з Бога правдивого, зродзоний, а не створений, Спулистотний Ойцу, а через Него всичко ще стало. Он то для нас люди і для нашого збавення стомпів з неба, і за справом Духа Святого прийняв тяло з Марії Дівіці і став ще чоловіком. Укшижований рівняш за нас під Понціюшем Пілатом, зостав уменшений і погребаний. Из мертвых стал дня третьего, яко знаймя письмо, и вступил до неба, седи по правице Ойца, и повторне пшейде в хвале сондить живых и умарлых, а крулеств Его не бенде конца. Вежа в Духа Святого, Пана и Оживителя, Который от Ойца и Сына походи, Который с Ойцем и Сыном спульня от бера увельбения и хвалы, Который мовил пшес пророков. Вежем в еден швентый повшехный и апостольский костюм, Визнає еден хшест на отпущение грехов, И очекує вскрешения умарлых и життя вечного в пришлом свете. Аминь. О очищение костюма с всякого налета засвечения. О освящении христиан Духом Святым,
aby umieli żyć według zasad wiary wśród tego świata. O nawrócenie grzeszników, którzy zawierzyli kłamstwu tego świata. O ducha prawdziwego i rzetelnego apostolstwa dla kapłanów. O uszczerzenie nas od złego, którym świat nam zagraża. Polećmy Panu Bogu także naszych bliskich zmarłych, szczególnie tych, którzy są powierzeni kapłańskiej modlitwie. Módlmy się za zmarłych Zofię, Władysława, wszystkich zmarłych z rodziny Germanowicz. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, wysłuchaj nasze modlitwy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Bogu na cieście Was swojego imienia, a także na życzę naszych całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy, i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący i Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osana, 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 osana.
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze,
lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Bezkontaktowo okażmy sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ojcze, proszę, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Alleluja. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i przez udział w Eucharystii umocnij naszą ufność, że cały Kościół zjednoczy się w chwale z Chrystusem swoją głową, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg.